Идрехон, как и положено любому городу, стоял на берегу большой воды. Это была то ли широкая река, то ли озеро. А может быть, это и вовсе было море. Создатель все никак не мог решить. После того, как он покинул ювелирную мастерскую, он присоединился к гильдии рыбаков. Надежное дно лодки и ненадежная вода под ним, засученные рукава холщовой рубахи и крепкая сеть. Все это стало жизнью Бога на следующие несколько лет. Во время сильной грозы никто не решался выйти в море. Дюжина рыбаков сидела под ненадежным тентом вокруг костра. Волны накатывали на берег и почти доходили до их ненадежного укрытия. Старый Ваонергес рассказывал о храмах, воздвигнутых в Идрехоне. Всякому рыбаку, который давно не был в городе, он давал совет посетить один из них. Жрицы, возносящие молитвы жизни, очищают горечи и успокаивают смятение, говорил Ваонегрес. Когда старая жрица все-таки согласилась с ним поговорить, Создатель обнял ее, как обнимают мать. Океан скорби пришел для того, чтобы уничтожить этот мир. Любая однажды начавшаяся история должна закончиться. Представьте, что вы единственный, кто знает об этом. И единственный, в чьих силах хотя бы робкая попытка предотвратить гибель мира. Жрица приняла из глаз Создателя Титу. Как только она наполнилась сиянием, она строго посмотрела на Бога. Ее уста произносили слова, а в голове Создателя копошились черви. «Не позволяй себе пассивно плыть по течению и надеяться на чудо», — сказала она. Больше с ней Создатель не говорил. Thank you.